Всем привет, с вами Михаил Супер. Сейчас я буду играть «Друзья на всю жизнь». Как мы знаем, там есть быстрая гонка. И вот я хочу вместе с капитаном Шестеркиным погонять на замечательной машине ВАЗ-2105 в быстрой гонке. Почему-то другие машины не меняются все время на ней. Давайте проверим, может быть, есть и другие автомобили. И посмотрим, что будет, если поехать не по гонке. То есть вот у нас циферки какие-то тут. Тачка у нас не прокачана. Очень медленно. Это нечестно, потому что нас другие тачки уделывают. А что будет, если я за пределы просто гонки поеду? Ну, не туда, а вот здесь, допустим, решил где-то срезать. Как мы видим, задание провалено. Весьма интересно сделана вот эта миссия, где мы можем прокатиться в гоночках. Давайте еще раз посмотрим. Сейчас где-нибудь в другом месте окажемся, стопудняк. Вот, и попробуем проехать, сталкивая других гонщиков. Ой, как это все страшно выглядит, особенно Dodge впереди, по сравнению с пятерочкой стоковой. О, господи, вы что так едете, господа? Ну, я их всех вот так уделываю. Но опять же, я просто перепрыгнул через них. Господи, кто так катается? Вот они все уделывают меня на этой пятерке. Не получается меня как-то это... всех их уделывать. Но, в принципе, ехать можно. Но вот была бы она прокачанная, был бы другой разговор. А так это получается хардкорно, и эти тачки, их ничего с ними не сделаешь. Вот хоть я долбай, хоть чё, а водила продолжает ехать. Это такие как бы хардкорные гонки. У них автомобили гоночные, а у меня обычная пятерка. У меня даже не Лада в ДФС. Ладно бы, если бы там что-то было. Давайте посмотрим, что будет. Вот я сейчас обгонять его пытаюсь. Он сейчас опять резко затормозит. Вот он, гаденыш, тормозит. Сделал мне заподлянку такую, что я об копейку шмякнулся. Ну ничего. О, какая-то тачка валяется. Видимо, это финишная прямая. Вот мы проехали, оказались третьим. И пишет, что задание провалено. Непонятно почему. Вот такая вот ерунда, господа. А когда просто приезжаешь, он пишет, что задание выполнено. Просто. Или поздравляем, как там было написано. Давайте попробуем как бы пройти эту гонку. Во, вот здесь уже вероятности есть. У нас прокачанная пятерка, как мы видим, с багажником и с тахометром. Вот, видите, стрелочка тахометра поднялась. Вот я спокойненько еду, начинаю их уделывать, врубаю фары. Тут нужно быть очень осторожным, потому что они любят спихивать с дороги. Пока что мы третий. Позиция у нас третья. Ну, сейчас я попробую сделать что-нибудь, чтобы уделать. Посмотрим, получится у нас уделать эти автомобили на прокачанной пятерке или не получится это сделать все-таки. Все зависит чисто от нас. Тут заподлянку нам какую-то сделали. Блин, вылетел за пределы трассы, все. Ничего не получается. Давайте попробуем в последний раз. Может быть, в этот раз у меня получится. Надеюсь, что нам выдадут прокачанную пятерку, а то стой, прям вообще неудобно ехать. Как мы видим, в принципе, пятерка, когда прокачана, они почти что наравне. Но те автомобили почему-то гораздо быстрее. Но вот не знаю почему. Вот, я газую, уделываю двенашку спокойненько, вот эту вот, потому что она, видимо, тормозит. А вот дольше вот эта тачка, они вообще очень быстрые, и я не понимаю, как они так умудряются ехать. Вон еще одна какая-то, да, ты что-то тормозишь-то, а, урод? Не видишь, тут едут. Вот еще одна тоже появилась. Явно достойные соперники этой пятерки. Капитан Шестеркин все равно не отчаивается и участвует в таких соревнованиях. Вот так вот тебе. Будешь знать, как связываться. Ха-ха, жопоголики. Давайте, че вы там? О, сзади едешь, а? Ну ты гнида. Я тебя уделаю на своей пятерочке. Когда прокачанная пятерочка, шанс есть, что вы будете на первом месте, вот как я сейчас. Всех их уделываю.
Вот, но нужно очень хорошо управлять автомобилем, чтобы не было излишних аварий, заносов и прочего, потому что здесь важна скорость. Блин. Вот въехал просто и все. Теперь очень опасно было. Нас могла эта тачка просто обогнать, но я не дал ей это сделать. Убрал эту возможность. Так, посмотрим. Зачем же тут такие круги нарезать? Видимо, это испытание, которое мы должны пройти. Капитан Шестеркин за рулем пятерки выполняет отличные трюки. Давайте посмотрим, что будет написано. Поздравят они нас или нет? Поздравляем. Отлично. Мы первые. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся.